Всем привет, Сайдан, ты сегодня поиграем в инди-хоррор под названием Ваниш. За шутки над названием этой игры буду банить, потому что мне... Потому что у меня уже пару шуток было. А что-то игры так уж... Давайте. Так, провел геймпад. Не функционирует с этой игрой, так что все нормально. Так, какие присели, протиснулись, пошиперли. Так. Так. Листочек. Нажмите правую кнопку мыши, чтобы прочитать лист. Ну, надпись на листе, но я так, в принципе, прочитал. Да. Труба, пар, блин. Надеюсь, вам будет все видно, потому что YouTube сейчас любит ужасно затемнять картинку. Раньше он просто любил затемнить картинку, сейчас он просто ужасно любит ее затемнить. Так. Чё это? И такой... Ну, чё-то мне звук не нравится. Туда побегу. Так, тихо. Ну... Тут уже кто-то есть, это понятно. Так, да, и когда, по-моему, даже написали только что то, что кто-то или что-то есть. Я, честно говоря, сейчас вообще ничего не вижу. Так. А у нас еще вздыхать будет меньше, я вообще буду хоть что-нибудь слышать. Какой-то убили, кстати говоря. И у меня вопрос, это должно пугать? Скажите мне сразу, что, когда пугаться, а? Когда пугаться? Персонаж, кажется, уже посрался, блин, раз 50. А, вот этой шняге, что ли, пугаться надо, да? Шняга, здравствуй. Тихо, не надо. Ух ты, то есть вот этой шняге мне надо пугаться, да? Ну, что-то не особо и страшное, честно скажу. Шняга, ты за мной идешь? Идет. Так. Одна. Она одна или несколько, интересно. Она догоняет еще, оказывается. Весело. Так. Нажму на F и че. А, то есть свет у меня уже все есть. И какой-то палец, блин, подбитый еще. Весело. Оба-на. Привет! Вторая, кажись. Меня окружает. Я туда пойду тогда. Еще там третий еще будет, да? А, ну показывает, ну трёх показывает то, что я правильный был. Все ломается, блин, все на соплях сделано, кажется.
И чё? А, тут еще одна шняга, блин. Да, блин, сколько их тут, а? Чё с персонажем? Он чё, с ума сходит? Бля. Управлять им уже просто невозможно. А, вон она. Он сейчас умрет, блин, так от страха, ё. Блин, ну, управлять уже невозможно, блин, это... Как в Майнкрафте, если на какую-то F-ку нажать, там такая же хрень начнется. Плавная камера, блин. Тут просто плавная камера тоже у него. На меня сводит с ума уже. Свет, пожалуйста. И опять подбитые пальцы. О, сюда что ли можно залезть? Интересно. Сейчас еще в этом, если в этом пространстве еще в таком замкнутом будет, надо будет бежать, я вообще офигею. Так, ну это не смешно становится. А, ну вот тут. Наконец. Мне пофиг, я на этого монстра пойду даже, я уже задолбался. Рука зачесалась сразу. Опять труба сломалась. Так, куда? Налево. Начинал. Откроешься? Откроешься. Типа. Смайлик. Так, монстр, ну давай, убей, я закончу. В принципе, игра, по моему мнению, не, даже не, можно сказать, не страшная вообще. Потому что, по-моему, единственное, что тут может пугать, это... звуки, которые меня заставляют только зевнуть. Привет! О, убил, молодец. Ну что я могу сказать насчет этой игры? Ну, игра для тех, кто сытся и срется от всего и все. Ну, и моя шутка насчет этой игры. Меня... этой игрой что-то мыть можно? Я не знаю, бля. И куда-то потащим, ну ладно. Ну, что я могу еще... Что могу я насчет этой игры сказать? Ну... Здравствуй, Слендер. Только уже более-менее так сделан. Гораздо интереснее. Так... Я не знаю, я сделал, чтобы все было посветлее. Ну, то есть, в принципе, вручную. То, что тут, как ни делай, посветлее или потемнее, но все равно будет очень темное. Так же искусственно все это. Буду посветлее делать, так уж. Да. В общем, всем спасибо, кто смотрел. С вами был Дант и игра инди-хоррор Ваниш, которым можно мыть посуду. И всем пока.